Жизнь с лимитом на возможности, о том, с какими проблемами сталкиваются инвалиды в сфере технической реабилитации. Волнующие вопросы обсуждали на встрече общественники и госслужащие. Круглый стол прошел на старейшем протезном заводе. Детям, которые не ходят, которым положена от государства коляска инвалидная, им не дают обувь. Ну, как бы объясняют это тем, что ребенок не ходит. Значит, ему обувь, наверное, не нужна. Но на самом деле не ходит — это достаточно образное понятие, потому что если ребенка поставить на ноги и поддерживать, он ходит все-таки.